Теперь, когда русские немцы дерут друг с друга три шкуры на музейном острове, и у меня появилось немного времени, я отправился на Опернплац, к месту заточения Швайгера. Меня послали его убить, а я пытался спасти его задницу. Забавные шутки откалывает жизнь. Так, всем привет, продолжаем проходить игру. Снайпер элит. Вай-2. Так, я вот здесь. Мне надо будет, скорее всего, здесь пробраться. Погнали, ладно. Самое главное, на рожом не лезть. И смотреть повнимательней. Где-нибудь до снайпера будут сидеть. Очень странно, чисто. Обычно есть народ. Тут что-то прям нету. О, появился. Интересно, мне получится пробраться незамеченным? Незамеченным пробраться. Ё-моё, меня сейчас спалят, по-моему, нет? О-о-о. Сейчас я вот здесь вот пробегу. Здесь под окнами, блин, тоже опасно. Скорее всего, они могут находиться. Враги. Ага. Отлично сработано. Безопасить площадку, да? Блин, я бы здесь растяжечку, конечно, поставил. Что у меня есть? Две гранаты. Растяжка есть, динамит, фугас один тоже есть. О, тихо. Блин, сейчас заметит, наверное, пора валить его. Я думаю, мне надо, наверное, на крышу залезть, с крыши валить. Обезопасить площадку. А, площадку, скорее всего, наверху, на крыше. Так, потихоньку поднимаемся. Разбомбленный дом. Или площадку вон та, имеется в виду, обезопасить. Давай попробуем обезопасить. Хедшот добил. Хедшота. Все, все побежали. Сейчас начнется. Меня
меня спалили. Сквозное. Прям замедляется прикольно вот эта штука. Класс, в глаз. Ех-ех, нихера их там побежало. Подбил, другим добил. Вон снайпер вижу. Двух. Чувак прям видел мою пулю. Вижу. На ходу прям. Да их прям целая куча бежит. Не кончается, чуваки. Вас прям целая куча. Он пулеметчик. Так, ага, вижу. На, прям на ходу. Ага, вижу. Все, задача выполнена. Ага, вон там позиция. Для стрельбы все понятно. Мне надо туда пробраться. Ну бежим, бежим. Блин, я один раз с окна выпрыгнул. Или не с окна. Какой-то из миссий. Чуть, блин, не умер. Оп-оп. Нет. Оба. Где, откуда? Вижу. Нет. Ага, заметил. Так, меня кто-то видит. Где-то кто-то, а я не... Ага. Вон он. Быстрее, быстрее бежим. Сверху. Вон. Ага. Заметил. Так, он сейчас позицию будет менять. Вижу. Я впервые оказался его. Так, здесь надо потише уже. Эх, нифига себе. Фига, они меня, короче, походу ждали прям.
Я, короче, здесь растяжку поставлю сейчас. Так, фугас на труп надо поставить еще. У меня, кстати, новая винтовка Мосина. Так. Так, здесь нет ничего, понял. Бежим туда. Бегу, бегу. Здесь нет никого, очень странно. Странно, странно, сейчас что-то... Обычно, блин, меня уже дожидается кто-нибудь. Ага, вон народ. Блин, с третьего раза по нему. Ай, охренеть, я перезаряжаюсь быстрее. Беги, чувак, беги! Эх, нихера, блин, я думал, меня тут не видят, ничего. Проходи, проходи, быстрее. У меня не так много пуль. Блин, я его вообще не вижу. Сейчас он будет перезаряжаться. Давай, у тебя патроны сейчас же должны кончиться, чувак. Есть. Отлично. Так, вот эту надо завалить. Он там. Так. Go, go, go. Ага, вон на контрольную точку следующая.
Вижу. Так, пока все чисто. Отлично, я его прикрыл. Теперь мне надо с этим чувачком встретиться. Блин. Тебя ранили? Давай я посмотрю. Нет времени. Русские наступают. Ты должен их остановить. Я поправлюсь. Но мне нужна информация. Останови! Если у тебя ничего не получится, мы трупы! Держит позицию. Мне наверх надо. Так, фугас надо еще здесь тогда заложить. А у меня фугаса больше нет. Ладно, растяжку поставлю. Это мало ли еще кто-нибудь сюда будет проходить ко мне. Блин, в гранату ему что ли попал? Оба! Откуда? Ага, вижу. Хотел его вылечить, не получилось. Еще один. Он прям бац, не успел вылезти. Откуда вы? Где? Где? Не вижу. Ага, вижу. Заметил. Там нету? Нету. Штурм закончился. Мы были в безопасности на какое-то время. Спасибо, что спас. Но боюсь, что все это было напрасно. У Вольфа есть план. Фау-2. Табун. Табун? Где это? Не... Не место... А что это? Что такое табун? Скажи мне! Разведка ошиблась насчет Швайгера. Интересно, что еще мы неправильно поняли? Или точнее, что еще мы не знаем? Например, табун. Что это за штука? И в чем заключался план Вольфа?